Две копейки 1821 года. Период правления императора Александра I. На реверсе под большой имперской короной прописан номинал, цифра 2. Под ней в две строки надпись «Копейки». Точка. Ниже под горизонтальной разделительной чертой мелко буквы Е.М. Дословно «Екатеринбургская монета». Знак Екатеринбургского монетного двора. Слева лавровая ветвь полукругом. Справа дубовая. Внизу ветви связаны бантом в единый венок. По окружности канта имеются рельефные элементы в виде точек. На аверсе герб Российской империи. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Три короны символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское, а также данное Богом единство царственного священства в лице народа, власти и религии. На груди орла московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Вокруг щита орденская цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла скипетр, в левой держава, символы государственной власти. Под правой лапой орла мелко буквы «Н», под левой «М», инициалы минсмейстера монетного двора Николая Мунта. В самом низу год чеканки 1821. Монета отчеканена из меди. Выпускалась с 1810 по 1830 год. Гурт гладкий. Вес монеты 13,65 грамма. Диаметр 28,5 миллиметров. Толщина около 2 миллиметров. Чеканили монету на Екатеринбургском монетном дворе. Тиражом 55 миллионов 170 тысяч штук. Средняя цена 1100 рублей. Конкретно эта монета куплена за 80 рублей ввиду плохой сохранности.